Привет, друзья! Меня зовут Петр Елфимов. Для тех, кто не знает, я хочу вам сообщить такую приятную новость. В нашей творческой лаборатории Forces United скоро произойдет такое, я бы сказал, очень знаменательное именно творческое событие. Выход альбома Жени Егорова в рамках Forces United. Сольный альбом хорошей европейской музыки, такой, наверное, прогрессив, может быть где-то пауэр металла, мелодичного такого, местами агрессивного, местами лирического. Хочу сказать, вот лично мое отношение к Жене как к вокалисту, на мой взгляд, это не просто уникальные гибкий материал, вот я в данном случае именно говорю материал, он великолепный вокалист, для меня это один из, я не знаю, лучших вокалистов России, да что там России, и уровня европейских вокалистов, поэтому, ну, я его очень люблю как исполнителя, как человека, поэтому мне кажется, что ваше участие в данном проекте, в каком лице, в поддержке нашего краудфандингового проекта, оно, может быть, привнесло больше уверенности нам, музыкантам, которые вкладывают свою душу, свое умение для того, чтобы вы могли насладиться хорошим качественным материалом. Ну, нам было бы это очень приятно, поэтому от себя лично я могу пожелать Жене творческого роста, хорошей музыки, не моля его не останавливаться на своих чумовых идеях, потому что, ну, он служит нам такой хорошей зажигалочкой. Вот, поэтому мы всегда рады творить для вас и будем рады, если вы поддержите наш проект.